Здравствуйте, в эфире субботняя информационная программа «Вести Карачаево-Черкесия». С вами Руслан Джукаев и коротко о главном. Небо любит сильных духом. В море открыли мемориальную доску военному летчику-испытателю Борису Чотчаеву. Безопасность на дороге превыше всего. Сотрудники ОГИБДД Карачаевского района провели профилактическое мероприятие «Детское кресло». Поэзия – это творчество с правильной подачей. Гость нашей программы Яха Хатуева рассказала про участие в проекте «Пиши не в стол». Сегодня день образования Государственной налоговой службы России. За эти годы Федеральная налоговая служба стала надежной опорой финансовой системы государства и основой его экономического развития. За долгую историю налоговой структуры в ней произошли множество изменений. На сегодняшний день это динамично развивающаяся структура, применяющая самые современные технологии и методы в своей работе. В ауле Нижняя Мара открыли мемориальную доску летчику-истребителю, командиру звена летчиков Борису Чотчаеву. Будучи простым сельским мальчиком, он мечтал стать военным летчиком и достиг своей мечты. И был бы кандидатом в отряд космонавтов. О прерванном полете сына карачаевского народа в нашем материале. Он любил небо и мечтал летать подобно птицам, вспоминают близкие и родственники Бориса Чотчаева. Он был одним из немногих, кто из маленькой Карачаево-Черкесии стал летчиком-истребителем военно-воздушных сил Советского Союза. На таких примерах росли наши отцы и деды. Они, когда было труд на нашей стране, они живота не жалея, спасали нашу родину от неприятеля всегда. Вставали и давали достойный отпор. И Борис своим подвигом, он совершил подвиг. Подвиг правильно сказал Магомед. Подвиг то, что он сегодня, мало мы об этом говорим, он был зачислен в школу космонавтов. Им двигало огромное желание быть полезным своей родине. Примером для него была родная тетя Халима Тебзеева, командир взвода конной разведки и обладательница многих государственных наград. Весь аул, Нижняя и Верхняя Мара в тот день были у его могилы. Вот с такими почестями мы тогда его похоронили. Да, действительно, мы гордимся им. Да, действительно, попасть в летное училище – это не так легко. На церемонии открытия мемориальной доски присутствовали родные и близкие Бориса Чотчаева. Конечно же, такая утрата никогда не угасает в сердцах тех, кто знал его. Спасибо всем, кто собрался на это мероприятие. Выражаем свою благодарность организаторам и всем здесь присутствующим. Борис является для нашей семьи гордостью. И не только, я думаю, что для нашей семьи. 7 января 1976 года Борис последний раз взмыл в небо. На высоте 400 метров отказал прибор обзора горизонта. И он принял решение избежать катастрофы и гибели людей. И до последней секунды уводил военный истребитель от жилого города. Не это ли истинное мужество? Руслан Джукаев, Ахмат Чотчаев, Расул Бердиев, Вести Карачаево-Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. Мы подготовили для вас специальное предложение. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,9% годовых в Минбанке. Меньше платеж, больше поводов для радости. Московский индустриальный банк. Пристегнись сам и обезопась ребенка-пассажира. Под таким девизом сотрудники ОГИБДД и Дорожно-патрульной службы Межмуниципального отдела внутренних дел Карачаевский провели профилактическое мероприятие, которое нацелено на повышение общей дисциплины водителей и снижение детско-дорожного дорожно-транспортного травматизма. Ахмат Халкечев продолжит тему.
В первую очередь, профилактическая акция направлена на выявление и пресечение нарушений при перевозке несовершеннолетних пассажиров. Проводимая работа имеет положительные результаты, отмечает старший инспектор УДПС Межмуниципального отдела внутренних дел Карачаевский Игорь Майнуилов. Благодаря регулярности подобных профилактических мероприятий наблюдается тенденция весьма серьезного снижения числа нарушений, связанных с неправильной перевозкой малолетних пассажиров, резюмирует он. Разъясняем водителям, что не следует нарушать правила перевозки детей. Это чревато детским травматизмом. То есть, если ребенок неправильно пристегнут в машине, при резком торможении ребенок может упасть, удариться, покалечиться. С каждым годом, что хочу сказать, все меньше и меньше такие правонарушения. Более ответственно становятся родители, перевозки детей более ответственно относятся. Некоторые водители, у кого были выявлены нарушения в организации безопасности маленьких попутчиков, старались оправдать себя рассеянностью или же вовсе пытались переложить вину на самих детей. Мол, они не хотят пристегнуться или же им неудобно в детском кресле. Ну а вот Зарема Хубиева уверена, что осознать недопустимость пренебрежительного отношения к безопасности ребенка нужно до того, как случится непоправимое. Вы всегда так перевозите детей с соблюдением правил? С некоторых пор, к сожалению, да. Был несчастный случай в семье, после этого, конечно, более бдительнее стали. А вот насколько маленькая удобно так ездить? Не возмущается она? Нет, она не возмущается, они наоборот с удовольствием пристегиваются. Не знаю, нравится, спросите. Тебе так пристегнуто ездить? Нормально. Удобно тебе? Да. Безопаснее себя чувствуешь? Да. Вот так. В текущем году на территории обслуживания Межмуниципального отдела внутренних дел Карачаевский произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых травмы различной степени тяжести получили 7 детей в возрасте до 16 лет. К счастью, случаев с летальным исходом в этом году не было. Ахмат Халкечев, Расул Бердиев, Вести Карачаево-Черкесия. Мы продолжаем вас знакомить с творческой молодежью Северного Кавказа, которая принимала участие в форуме начинающих поэтов и писателей «Пишение в стол». И сегодня гость нашей программы, участница из Чеченской Республики, поделилась впечатлениями о форуме и рассказала о своих планах. Доброе утро. И вам доброе утро. Расскажите, пожалуйста, как вы попали в данный проект? Мне знакомый скинул ссылку на форму для заполнения участников проекта «Пишение в стол». Вот. Я заполнила ее, отправила, и вскоре, уже в сентябре, нас добавили в общий чат, и у нас началось онлайн-обучение. Я как бы двигаюсь по направлению поэзии, и у нас проходили уроки, скажем так, нас учили стихосложению, рифмовке. Все вот это вот нам объясняла наш наставник Евгения. И уже спустя почти полтора месяца заочный этап закончился. И где-то через недели-две нас пригласили на очный этап, и мы здесь собрались. Наши наставники сделали все возможное для того, чтобы нам это было удобно. Те ребята, которые учились, работали, для них проводились занятия вечером, то есть для всех проводились, но с учетом того, что есть те, которые обучаются, и те, которые работают. Вот. И поэтому по выходным у нас как бы в обед были занятия, а по будням у нас были по вечерам, то есть 7-8 часов, когда уже удобно, когда сидишь за чашечкой чая, вот. И это были не банальные, я бы сказала, такие вот лекции, это были действительно вот такие вот подробные, объемные лекции, когда нам все объясняли. В конце уже нас просили скинуть все, что у нас есть, для того, чтобы мы как бы переосмыслили свое творчество, там, где нужно, подкорректировали, и уже двигались дальше. То, что было до проекта, вот мое видение творчества, и после — это совершенно разные понятия, скажем так. Вот, я поняла, что у меня были ошибки, даже такие вот банальные вот реально ошибки, и я понимаю, что мне есть над чем работать, это огромная вот работа, и я жду не дождусь, когда уже начну творить, и творить правильно, потому что, в свою очередь, то, что бы мы ни делали,
Я уверена, будь то преподаватель, писатель, врач, это все должно как-то происходить правильно. Полет ума, все вот это вот вдохновение, оно должно быть, ну, своеобразно вот для писателя, но в то же время это должно входить в какие-то рамки. Вот, то есть это должно быть построено очень правильно. На твой взгляд, насколько такие проекты положительно влияют на развитие молодого писателя? Так как наш проект называется «Пиши не в стол», они влияют более чем положительно. Вот. Я нигде не публиковалась до этого времени, но думаю, у всех участников, которые пошли на это, есть большое будущее, так как наши наставники не только научили нас правильно делать то, что мы делаем, но и поверили в нас и сказали, что вот у тебя вот получится, вот ты можешь публиковаться. В то же время этот проект, он собрал всех, скажем так, весь кавказский народ, то есть чеченцы, дагестанцы, кабардинцы, черкесы, вот. И мы, придя уже сюда, как бы обмениваемся. К примеру, вчера мы разбирали стихотворение с одним участником, он кабардинец, приехал с Кабардино-Балкарии. Вот. И я что-то для себя у него позаимствовала, и он для себя позаимствовал у меня. К примеру, идеи он у меня позаимствовал, я у него позаимствовала то, насколько он вот качественно преподносит свое творчество, то есть умеет говорить. Я уверен, что за эти дни ты обрела новых друзей и знакомых. Что бы ты хотела им пожелать? Я бы им хотела пожелать в первую очередь творческих успехов, для того, чтобы они добились того, чего они хотят добиваться. И мне еще вот такая вот идея пришла, сделать что-то подобное в своей республике и позвать этих участников, уже своих друзей, не как начинающих поэтов, а уже как наставников для начинающих поэтов моей республики. В Черкесске наградили победителей диктанта «Победы». Это одна из самых масштабных акций, которые «Единая Россия» провела в год памяти и славы. В диктанте «Победы» приняли участие более 1,5 миллиона человек по всему миру. В Карачаево-Черкесии диктант «Победы» написали более 2,5 тысяч человек. Он прошел на базе учебных заведений во всех городах и районах республики. Свои знания о событиях Великой Отечественной войны проверили депутаты всех уровней, члены правительства Карачаева-Черкесии, главы администрации городов и районов, студенты и школьники республики. Участники ответили на 25 вопросов теста, 5 из которых на региональную тематику. Они касались не только истории, но и искусства и культуры периода Великой Отечественной войны. По итогам 5 жителей республики стали региональными победителями. Участники, набравшие максимальное количество баллов, получили дипломы и памятные подарки. У нас в этом году диктант проходил в особых условиях, это тоже наложило свой отпечаток, но мы с этой задачей справились. Максимальное количество людей, заинтересованных и желающих принять участие, приняли в этом диктанте участие. И хочу сказать, что Карачаево-Черкесия и в прошлом году мы заняли 3-е место по количеству правильных ответов по всей стране, да, и в этом году Карачаево-Черкесская республика выступила достойно. Такие мероприятия, конечно же, должны проходить чаще. Они доказывают нам и показывают, чего мы достигли. Конечно же, мы готовились, и, к счастью, мы достигли таких результатов. На этом субботний выпуск «Вестей» подошел к концу. Приятных выходных и всего доброго!